Здравствуйте, сегодня все еще 15 июля 2019 года, и следующим сортом, о котором я хочу рассказать, является сорт Гайдук. Помидоры вот этого сорта тоже у меня начали поспевать, они тоже растут в открытом грунте. Его рассаду я приобрел на рынке. Выращиваю я томаты в городе Калуга. Вот так вот выглядит томат Гайдук. Это гибрид. Вот там видны еще кисти. Еще. Вот тут он завязал еще. Ну и, в общем-то, пока остановился. Но вот как томаты поспеют, так и будет. Томаты не крупные. Я думаю, что грамм 200-250 максимум. Ну и, соответственно, граммов 100 с небольшим, наверное, будут эти томаты. Вот, первые томаты от гибрида Гайдук.